Другим темам. Спасатели продолжают искать тело мужчины на дне реки Ирень. Сегодняшняя операция также не увенчалась успехом. После работы водолазов было принято решение продолжить поиски уже по берегам реки. Пропавшего без вести полицейские начали искать еще в середине сентября. Но поисковые мероприятия на воде начались лишь накануне, после того, как в деле появились свидетели, а именно собутыльники с пропавшего, с которыми мужчина находился в день пропажи. Было установлено, что мужчина был обнаружен мертвым, и его погрузили в бочку и на тележке вывезли в реку Ирень, где вместе с бочкой и с тележкой скинули в реку. Почему во время застолья мужчина умер и почему компания, с которой он распивал горячительные напитки, решила его закрыть в бочке и сбросить в реку, неизвестно. Шокирует в этой истории то, что среди участников дела проходят две женщины. За прошедшие два дня спасателям удалось найти бочку, в которой, по версии следствия, находился умерший. Однако тело пропавшего пока так и не найдено. Если верить свидетелям, то в воде труп находится уже больше месяца.